перестану, вся скиллуха у всех отпадет. Прояви инициативу как-нибудь. Знаешь, как в армии, мне похуй, лишь бы было. Блять, вот мне тоже похуй, либо лишь бы каски были, все остальное отдал. Раздавака, ты что, сдурел 50к охуярил? Он с испугу просто, походу. А чё у меня урон не... Ну-ка я релог сделаю. Чё-то у меня ДВН забагался. Я дядю Лёшу не вижу с его уроном. Он там божится меня наебнуть. А чё, это как вы скажете, ребята, это хорошее желание друида-сову собрать, РДДшника? У нас же нужны совы, да? Не, братан, ты вообще сейчас не угадал с классом, вообще просто пиздец. Почему, блядь? Ну, в смысле, если он ГП лутать хочет, почему нет? Мне даже жалко тебя. Нормально, да, вот сова полезная. Пароль у нас сова. Сова полезна только в око этих мобов откидывать. Я за собой играл. Я помню, да, тайфун вот это юзать. Я за собой играл, мне нравилось. Но мне, в принципе, никогда не было проблем там ГР дать или иннерки. Да. Братишка, у тебя и тут проблем не будет, если ты будешь чисто создан для того, чтобы пацаны, кидать тайфун. Кто-то помнит, почем кровь? Десятка, по-моему. Обе, да? Ну да. Она по одной не продается, если я не ошибаюсь. Ну это понятно. И хоть кошелька ГП ему. В конце концов. Старый, опять куришь там. Я опять курю, конечно, братишка. А чем ты там трусишь ты? Я сейчас забил охуенный колян. Арбуз мятый. Все, я на кровь нашел еще. Бля, Лёшка, где твой ДПС? Ну я пока что тут пустил воды и не разбираюсь. А, ну все, ладно, ладно, проканала мага. На сурке посмотрим тебя. Фью, у меня просто этот не работает нахуй, и все, хоть убей, я уже релок сделал, хуй знает, что ДБМ. Ты хоть отворачивай от рейда народ этого дурака. Ну чё творить-то, блядь? Короче, у Кирсу теперь есть квест на холд. Он теперь пишет. Лёха, ты решил, кто будет собирать осколки? Это важный момент. Давай уже япончик дособирай. Лёхич, ты тут, нет? Подожди. Говорю, блять, вагонов дохуя пишет, в смысле, что они тебе пишут, у тебя гирейт, или ты продаешь нас? Нет, просто спрашивают, что продается, что. Говори все, либо потом отвечать. Мишаня, а ты что не в рейде? Это ты в смысле втягиваешь и фольга вот так дребезжит или ты стучишь? Вода дребезжит. Какая нахуй фольга, ты уже устарел, ты здесь сейчас уже, блядь, другие штуки. Какие штуки? Брат, ты кальян никогда не купил? Ага, сейчас железные штуки вместо фольги ставят, и сверху колоки он называется, или как он там? Вау. Эдвар, ты шмат будешь закидывать, расчистка дам тебе. А бурчит это вообще. Он не таунтится, если что так без справки. Создать огромный. Фарада, чек и ПМ, пожалуйста. Почему он не таунтится? В обычке таунтится, по идее. Он не таунтится.
кинул во флудилку сайт, заходите, смотрите цены. У меня такое ощущение порой, что Фарада на ходу цены выдумывал. Че, у меня рекаун не работает, как я буду смотреть, как я хилов ебать буду? Ставьте рыбу, пожалуйста. Можно я, пожалуйста. Вот, поставил. Так. У тебя выйдешь, послакаешь, если надо будет, зайдешь. А за это ЕП что ли дается, что на замене люди себе? Деньский рейд, как ты думаешь? О, ой, друид, нихуя, у него что, друид есть, что ли? А, ты что, забыл? Ты же меня брал. Ты меня брал. А, я ж тебя брал, точно. Так, короче, мой народ мейн танк, ты тогда лов танка. Да, конечно, у меня агро нет в тепле. Вонь всех сюда, короче. Сейчас. А какая тактика в обычке, напомните? Не умирать. А. Не волоёбить. Я не замечала, у коров щит земли вот такой здоровый или что-то поменяли? Что? Щит земли, посмотрите на Лёшу здесь, здоровый, гигантский просто. Лол, блин. Я не замечала? Котлета такая. Лёха, друган, а вот это трение накрыто, она ж говно тебе, ты чё? Тебе говно, мне заебись. Просто баб дайте. Тут не все. ДК нету. Кто там нету? Шаки нету или кого? ДК, ой, вара. Сейчас вар там кофнется. А кто танки, скажи, я это... Короче, он решил на пала покупать, а не на вара. Монород его. Просто перекидывай с первой по пятой пати, чтоб видно было, кого нет. А, друиды. Сами себе корень дадите. Ну типа ему на вара надо пушка с принцов всего лишь, а на пала, короче, надо дохуячу. Пускай пала. Пускай это каски бафы. Сейчас попрошу, пускай монореги побафы. А чё по поводу шмоток? Я тебе просто раскидывал, ты им надаёшь, да? Да, просто мне всё. А я там дальше уже кому надо, скажете. Мы через... не через мастера эту хуйню будем? Лёхич? Да, там, ну, перед кровью, да, мы. Сманите пало. Здесь пало. Бля, Лёха, скажи, тоже... мы через аддон будем лут менять? Нет, или нет, 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 через аддон. А, не, он просто каждый выкидывает, если кому-то что-то надо, вы видите, что падает, говорите. Кину на ролл просто и все. Похуя мне нужного лута и типа... Ну, вот выпала шмотка, которая мне нужна, мне что, тебе в ПМ писать? Ты говоришь, да, что тебе шмотка нужна. Скорби тебе в ПМ напиши, скажи, ну мне это шмотка нравится. Все, я понял, хорошо. Так, я готов. Так, а че вот... Где этот? А, все, выключен. На кулаках тут слакает. Все, все здесь, все готовы. Короче, поехали. Ну, че мне хрень? Лёх, я там иногда сворачиваю, в интернете шарюсь, а в Дискорде слышу вас, включу.
Над руля токены кто-нибудь продает? Пиздец, очень сильно фризит, я бы релогнулся. Лёх, кольцо вот это меткость крит, носову бы взял. Ой. Бесконечного лабиринта. Ну да, носову. Потом... Иди, пошли трешки. Ну я иду. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Лёш, на 15 тану, чё это? Я бы переписку. Смотрите на свои руки. Я понял, понял. Смотри, атака, удар в сердце, видишь? Удар смерти, удар сердца. Так ближнего боя, хотя там должно быть жатва еще. Я посмотрел ДБ. Я сейчас пойду соседа ёбну. Это пиздец, блядь. Целый день. Жужжит. Добрый охот. Авваешка. Блядь, пиздец. Вау! Для нашего господина нет ничего. Ты нас друиды слапают? Куслакают, на меня ваншотят второй раз, на. Так кто что-то сагрили всю пачку эту, блядь. Нахуя вот всю пачку? Танки нам утили, блядь. Я только не прибежал, можешь... все сагрили. Не можешь наверх сюда вот танчик? Чего вы там внизу их танчите? Срез, может, дайте. Может, петь чей-то, блядь. Редвар, дай ему срез. А у меня бой висит. Там бой, там мобы, нахуй. Они убегают вниз, люди. Дай ему срез. Я портан. Я даю. Давай тортики-то через кинжал попробуем. Хотя и кинжал не работает. Да, меня тут... Я сейчас по работе. Давайте портуйтесь сюда быстрее, бафы обновите. Приветствую. Сюда вы танчиваете мобов, блядь, не надо их снизу танчить. Тем более вы два друиды. Там на портале не стоит послушник? Чай. Да, Дима, народ бежит. Эй! Забирай. Чем того тянуть, ты, блядь, этот моб? Ты чё, блядь, не видите, что моб стоит у рейтера? Хуя вы тянете лишь. Еще один бежит. Сложно. Видите, там танк. Если кого-то надо будет поднять, носит. У меня рейтфрены багаются. Ладно. Я не вижу. Мне показывают, что все живые. Всегда. Да на трэше это нахуй по-моему. Вестника, вестника, ребята, стойте, блядь, там. Шо это ваншот, но. Там дал. Убить. Поднимайте. Кто там? Да, что? Я релогаюсь. Рип, воет, холипал. Вы чё там, блядь? Чего? Какой холипал? Меня, блядь, ёбнули. Я бегаю уже третий раз на ноге, нахуй. А чё ты стоишь, блядь, возле этого? Так они, блядь, на меня бегут. Я вдалеке стою, их не держит никто, нахуй. Смотри, через плечо что? Холик с первого статика, да? Да, сразу видно. Лёха, ты чё, решил таки БДК, что ли?
Вроде на анхолика хотел. Видишь, блядь, стоим, танчим, молодым. Мне надо все равно еще сам лицех, блядь, чтоб сейчас положила половину рейда. Нахуя? Вы можете, блядь, по чуть-чуть брать? Вестник убейте. Беги танки. Чувство меры у танков должно быть. Мобы ёбнуты. Тут большой рейндж, блядь, ложат людей. Что там наших ДД? Что-то наши ДД, которые, блядь, дамажат, хуярят все, что есть. Буду переагривать эти примолы постепенно. У вас один таун. На самом деле, вот он на уешке, вот это очень далеко бьет. Да там кучу переагришь у Монорота. А Монорот это 5? Ну конечно. Тогда понятно. Ну если тебе надо что-то, ДК, что говори, допустим, на любого босса. Может, ты без разницы. Лёх, а можно Эльмам на Лича зайти? Вдруг три это ухо упадет. Прости, спроси. Перекурил, скажи, похоже. Скажи 15, типа. Ну, я ему так и сказал, он типа взял бы нет, ничего, так собирает. Да, Лёха. Спроси. Короче, 20. Если не будет там вагонов сильно на профит, может и сдать. 20к за пуху даю Лича. Не так с ракет торчишь. Какой нахуй с ракеты там, блядь? Тебе приснилось нахуй. Че, забыл, как мы спорили? Фарада еще сердоликтор. Мы вообще нихуя не спорили там. Мы рамсили с адмиралом, а ты подписался вообще под левую тему. Рада, где мой сердолик? Смотри-ка, ты в курсе там вообще, что ворон? Поставьте рыбу, пожалуйста. Так, ставлю рыбу. Ты застал в этот момент уже? Че, Враска? Что ворон тыкать? Короче, будет справа, народ слева, последнего, если что, моба. Будет, сориентируешься, заберешь последнего моба. Таун дашь. Враска, тебя Леха перебил, я не понял. Ты еще до с лестницы? Ворон, да. Ничто не в цене упадет. Да я охуел позавчера, вообще просто охуел. 5к голды, блядь, воронка одна. Я уже третий спеп, сейчас все. Ну че, гол нет? Полина, япончик готова, нет? Да, я тут, я просто игру свернула. Блять, ну вы чё, флакаете-то? Я говорю, я релокал комп вообще. Да нахуя? В смысле нахуя у меня 2 дня не выключался? Это нагрузка на сервер большая, у меня тоже под лаг, которых днём нету. Поехали. Да всё, ГП вам заебали, рейд тормозите, но ДВшники никчёмные. Бух. Пизды будет сегодня кто-нибудь получать, нет? Кого хилю? Ты не в силу противиться моей воле! Кастер моб, милики у лестницы. Редвара разъебу. Боль. На секунду. Прикинь, Лёх, я тебя диспелить пытался отбирать. Контроля как-то. Все-таки у боти одно и то же отображается. Поменять надо. Ну хоть черви, блять, этого моба бьют, заебись. Я думал, бесполезная хуйня. Да я этого моба и бью, блять, опять контроль, чё за хуйня вот? Лёха, жизнь ДДшника, боль, да? Так, Лёхи ГП нахуй убил своего, чё за хуйня? Бывает. Вон большого пьярти лестница. А никто не заметил, Лёха пухи снимает, не? Ладно, можете не хуярить сейчас. Пойду спокойно босса там. Ну все, сейчас я ему ГП ебу. Как людям хуячить ГП, так нормально.
Ладно, я понимаю, там, блять. И то, на 8 секунд всего лишь контроль. Ой, Лёха, я запомню эти слова. Три человека, там надо включить. Окей. Тут одного человека. Не, да. Чё грипп у нас умер? Я, короче, гриппа подниму. Не, кот все равно мало как-то бьет, с учетом того, что он куклу не снял. Контролем кель. А чё за кот? У меня сейчас, кстати, ДБМ должен был куки снять, и он, короче, одну снял, а вторую нихера не снял. Дерево контрольте, ребят, вы чё, не убивайте? О, всё, спасибо. Ваша смерть неизбежна. А, мы убили босса, что ли? Чё там, ебаный ебнул, да? Да. Ты одного сразу ваншотнул. А, ну хорошо. Кого это хуй знает? Это нормально, это за а вот эту башку кто-нибудь ролить будет? А там? Нахуй. Забирай бисовое. Я хочу. Бисовое, ГГ. Ну с Герой бис. Риболта. Тут все ты можешь даже не забирать. У тебя есть, я тебе так, у Воли, по поводу Воли, она в героике, нахуй. Смысл, а в обычке? Это? А в обычке нужна кому, не? Да не знаю. Когда ты будешь мусор ролить? Я сейчас кантом зайду забирать волю. В смысле нахуй? Я на лобстер форду взял. Я себе на мейн заберу. Чего мейн? Ты кем тут мейн? На мейн ханта заберу. Сагрили уже треш, давайте может это... Да я хилю, не переживайте, чё. Я уже от воли не отказался. А Гера возьмешь, нахуй тебе обычка. Какая Гера? Это у меня твин, ты чё? Кого тебя замолаживает? Ты возьмешь Гера с обычной жизнью. Мне на мейн нихуя не надо. У меня шамана держит. А чё, её за ГП ты будешь брать? Да мне похуй, это друид, я хоть за что возьму. Хоть за анал хотите, ебать, мне вообще похуй. С дерева ты побудь-то. О, я чё-то не понял, а чё на мне? У меня бой. Квадратик. На кто входе поставил? Мимо бов бил кто-то? Которые вон стоят, держутся и идут. Мосса, ты тут? Диси. Здесь бой, пошли тех мобов убивать, хули делать. Всё, алга. И чё вот ты, у тебя спеки получается эрдру и кот, и ты и кем кот. Больше играл, котом или эрдру? Да я тем и тем играю. Не-не, я мосс говорю. Ну, страйбов, например, с этого времени. Про товар, агро, держи. Друг просто полезли. Мне кажется, если бы у тебя сова была, было бы вообще охуенно. Кот больше дамажа, чем сова. Бать, что, переключился на сову? Не, я хочу РДД просто. Сова очень хорошая. Да, теперь протовара. Понимаешь, про товары я знаю досконально. Шутка это. Ванна старая, короче, забирай волю, она тихо не упадет. Это Мне просто падает почему-то заходить на волю. Оптимизм жесткий. Следующую пятницу повторяем с тобой рейд. Да. Да, кот, конечно, выигрывает сову. Хотя вот это так не должно быть. По сути, сова должна домой. А, короче, вот, повторяем до такого, пока она не упадет. Да. Запускаю. Мне там уже еще покупатели есть. Сова вагон только на этом сервере, Гриб. А вообще сова это нихуя не вагон. Сыны и дочери Орды. Сегодня мы на этом сервере ее уничтожили. Эликс, ты себе эту задал мне, блять, мышь на.
котом сложно играть. Сложно, да. Неликс! Да ладно. Что это там вдалеке? Я играл. Мне, в принципе, не сложно. Просто вот это все за спину постоянно забегать, заебешься. Смотри, анимация на пробел прикольная. Вообще офигенно. Это там прям... у кота даже несколько видов боев есть, смотря кто как лупит и какой босс. Да. Там все от этого зависит. Вот в этом вся и сложность, потому что ротация меняется. Бой, дай я дай. Как его? Да. Лапу дай. Мне тоже сейчас нравится. Погоди. После шамана котом играть. Конечно, мне тоже нравится. Бафнулась? Да-да. А кто летает? Ты летаешь, что ли, да? Народ. Я? Ну, народ, давай-ка в десятки. А вот, кстати, да, конечно, упадет, если тарелку чего не упал. Я сразу упадет. Старый, сегодня, знаешь, что? Такой разговор был. Типа, если ты ходишь в ДВ, ДВ и лутаешься. Нехуй, мать составил удастся. А целка оп это общий состав, чувачок, если ты не знал. Нет, это его первого сайтика. Не-не, ты что-то бредишь, ты перестань траву курить. Половина из ДВшников и двартыча. Да успокойся, я, блядь, давным-давно эту хуйню знал. Еще тебя здесь не было. То, что целка обычка, это два состава. Тут нету ни мейна, ни хуя. Так что мага не убиваете, улетаете. Сейчас скинем стаки с Марудина. Не хочу сдохнуть. Думаешь, и сдохну? Нет, что-то должен. Все обычки, включая РС, это нихуя. Ни ДВ, ни мейн, нет такого. В героике, да. Пиздуй свой состав. Любая шмотка, которую пузи подпускают, надоёт. Не, ну понятное дело, я ничего не говорю. Разговор-то за другое был. Пуги купят волю, пусть покупают, дай бог здоровья. Ройки от того, да нахуй. Что, блядь, в вечернем рейде, что в ДВшном рейде. Чё вот это за вулкан? Это чё за хрень? Да, в ХМ, короче, твиком не зайти. Почему? Выберите доступ, выходите по ХМ. Но... Почему? Просто Лёха никогда против не был. Доступа нет, говорю. Чё, старта мне? Делай себе доступ, да пиздуй, лутаешь, но Лёха никогда против не был. Что в ДВ, что мы не... Хорош, не, я вообще в первом составе всегда говорил никаких клинов. Никаких клинов. Классно, в ДВ можно, да. В ДВ было нормально. В ДВ никогда он против не был. Давайте, давайте хилы Войда хилить. Погнали, куда вы? Ну извините, вы в первом составе столько ГП не лутаете, как второй. Думай. Да что-то старик, по-моему, вообще вроде гильдии находится, а вроде не гильдии, короче. Это раздавака накручивает прям. Бля, вот что тебя пробивать стал. Ну конечно, 70 стаков, блядь. Я заебался тебя хилить, если честно. Под друидом это сложно. Дал крики на хп. Еще. Ну там сейчас убьют уже. Убивайте мага быстрее. Ну народ, а тут не летается? Даже только в десятке так? Давай, пи попал, пускай сильно, свет не без, вспышки не надо. Эй, так хуя. Бля, вот ты походу умрешь скоро, реально пиздец. Ну да, отдал расовую тогда уже, на горску. Все, секунда осталась, фул пружинки нету. Да, все. Хуй знает, что на тебя вешать. Лол. Сколько там на нету? Там пизда, ваншот тебе практически был. Ну конечно, блядь.
Бля, нихуя Сенха ебашит здесь в рейде. Прям 300 по войду нахилил. Че, сундук сразу открывает, да? Да был бы про товар еще быстрее, насрался. На этого босса на печеньку и друида. Давайте смотрим. Монрос, ты в Дисе, да? У друида с кем печенька идет? Шаришь, что мы на сурке, когда если с тебя стаунчат, ты просто стопнет дамаг. Не друид, друид, ДК и кто-то третий. А друид продажный? Ну да, зачем тут нормал кому-то? Не, ну мне не надо, я и спрашиваю, продажный, нет? Ну да, почему? Это ж полностью продажный рейд, почему нет? Бля, чувак, ты вообще не вкуриваешь, наверное, что я говорю. Я говорю, если он продажный, то базара ноль, я молчу. Я спросил, этот вин чей-то или нет. Не-не-не, чисто продажный, я же говорю, на продажный. Mm-hmm. Дайте ассиста паладина, возьму друида с манем. Это мутная схема, дайте. Кто подойдет? Чистит, кем падает, блять, на твоего друида, классы какие аметы идут. Говорю, хилы, кто подамажить хочет? Друид, друид, ДК и кто еще на токен этот? Ну, в смысле, с друидом маг, ДК и разбойник, печень по вот, маг, друид. Все хорошо, бери. Дайдите, пойдем. На сундук запустим. Да-да-да, я понял. Даю привет, добавлю. Лёха, бери с меня квадрат, пожалуйста. Мне тут больше нравится. В смысле, они вдруг напулят на меня. Обновите по мне каску МП5. По пристам. А где ты лазишь? Замучился кастовать. Пускаю. Лёх, на 15 минут отойду с собакой погулять. Не нужен, пока я буду? Да, хорошо. А чё выпало? Всё, хорошо. Скажите с этого. С яхты с этой. Со шлюпки. Ну, кольцо носово хорошее. И на совет на катушку же никто, никому катушка же не нужна на совете, правильно? Тоже этот же покупатель. Да какая разница, нужна, нет, продажный рейд. А чё, не, ну я имею в виду, что может забил кто-то в этом плане. А чё, Лёх, кольца два выпало, да? Да, два кольца и пояс, по-моему. Там. Старик, омоложение. Должно висеть по КД. На ком? На ком? На мне. Ой, у меня у тебя в хиллоте нет, прикинь. Хуйня какая-то. Смотри, ЕПшка дается, ГПшка тоже прилетит. Хочется, да, чтоб пассивка работала? А ты что, будешь агрить кого-то, что ли, или что? Нет, у него 75% хп, если есть, то... Всё, базара ноль, Лёха, давай, на тебе все, что можно будет висеть, на тебе, целый... Иллюз. А, раздавака, давай, сейчас накрути! Полную жопу тебе всего. Ага. Ну, Лёха, давай дамаг показывай, посмотрим, как у меня там сделают ещё. Верим, давай, давай, ты чё там, река? Эмку, блядь, какую-то передамаживаю.
Ну ё-моё, Торт, ну ты чё так? Да у меня хосты очень мало. Сундук не открываешь? Ты сейчас стой, я пока эти стаки набрала, бля. Кстати, Энг бурстует, блядь, гораздо меньше, чем Эллен. Сумонится кто-то? Да-да. Мустан. Ты сейчас 103 дней, старик, понимаешь? Ну это мало, очень мало. Скажите, рек конкретки БГ Паш, что вообще или нет? Да. Вар на кишках поставьте, пожалуйста. Вар на первом месте. Он килл выйдешь пока что на пару сек. Хорошо. В Раске я бы ГП ебанул, он здесь дамажит, чем в статике. Да. Тыкните, тыкните на сумон, сумоня друида. Пусть удалось. Да, в Раске? А как так грипп, блядь, дал 25? Как так? Все, гриб, мой друид здесь. Грипп 26, можно сказать. Да. Все, я открываю. Да, открывай. Ну чё выпало-то, я нихуя не вижу. А, во. Нихуя. Как теперь, Воля? Охуенная. Наслаждайся. А ты мне можешь каску дать или кто-то ролит, леди? Портал там кто откроет, да? Да, сейчас пробежим. Открыт. Вот это да. Я отойду на пару минут, мне с работы позвонили, ребят. Да конечно, иди сейчас эти ГП наблюдает за нами. В смысле каски? Кто у тебя каски бафает? Холи Пал? Я говорю каску слей, а никто бафает каски. Какую нахуй каску? А танковскую. Каску, блядь. Написано голова, блядь. На танка, который? Да, да, да. Че, бабочки так квест не запорим, надеюсь. Леха, да убери ты этот ебучий квадрат с меня, а? Мне так нравится. Чем, блядь? Я вижу, где ты бегаешь. Самого краба нашел, что ли? Давай мне обмен в раз. Вот это, наверное. С меткостью, да. Ладно, бейте, поду виски себе замучу. Зай, ты спишь? О, можно бухать. Нормально, проверил такой. Типа я еще потыкал кем-нибудь. Господи. Эх, ты. Это шоу, чтобы не спалиться. Какая разница, просто ты меня. Хуёво жена там, да? Не попить нахуй ничего. Туда не идти, сюда не идти. В обычку не ходи, только в Геру ходи. Да, ты того без. А эту смотреть нельзя, на ту смотреть нельзя.
просто два медведя разбираются с трэшем и по-серьезному. Два хомяка. Как сказал мой народ сегодня, медведь это как бумажка, а булочка, да? Как-то так, короче. Это бумажка или булочка? Как ты сегодня сказал? Народ. Булка, вот. Вафля, наверное. Не, булка. Медведь это серьезная сила. На, тупо хп. На самом деле в стандарте Лич Кинга Мишка самый дамажащий танк был. Кто там после Ворка хотел зайти? Дойдешь вместо этого?